Приветствую вас, дорогие мои подписчики и зрители моего канала. Я уже вам одну вазу распечатал, но там высота была поменьше, это побольше, и она, кажется, по размеру чуть-чуть поменьше. Попробую такую еще. Ну, естественно, раз канал сделал сам «Поделись с народом», поделюсь с вами. Что касается настроек, ну, посмотрим, значит, принтер я, в принципе, вот такие настройки, если кому-то интересны. Здесь ничего нового нету, только что диаметр сопла 0,4, у меня не больше. Откат у меня 3,25-25. Здесь больше ничего интересного нету. Общие настройки. Высота печати на 250, а данная модель, она 200. Может, даже чуть-чуть я его сейчас подыму. Чуть-чуть подыму, покажу как. Так, пользователь остается. Ограничение, экструдер, только что я вам сказал. Так, настройки прутка 240-80-80, ничего не поменяю. Охлаждение, пусть будет полтинник. Я перед этим печатал, в принципе, нормально напечаталось. Так, дополнительно, здесь у меня ничего не меняется, все остается как оставалось. Так, сохраним. Печать, значит, слои вот такие, но так как у меня спираль ваза, то я его вот здесь ставлю, спиральная ваза. Все, заполнение, понятно, что заполнение по нолям будет. Юбка кайма, понятно такая. Поддержка не нужна, скорость печати полтинник. Я перед этим печатал, в принципе, нормально, мне подошло. Напечаталось нормально, можете посмотреть ролик, нормально напечатался. Так, что еще? А, ну и все, в принципе, здесь настройки. А, ну еще вот дополнительные, значит, ширина экструзии вот такая. Возможно, кому-то будет это интересно. Значит, ну все, в принципе, да. Стол, да, и как посмотришь, это получается болванка. Если ее сейчас нарезать, то печатать придется, а не, 2 часа, 2 минуты. А, нарезается нормально, потому что настройки стоят. А то я перед этим нарезал эту болванку, там чуть ли не 2 дня, 3 минуты, нафиг там, с ума сойти, нафиг. Так, ну неважно. Так, я все-таки хочу немножечко по Z поднять. И подниму я, наверное, не 200, а подниму, наверное, где-то на 20%, вот так. Вот так вот, подниму на 20%. 240, ну, почти на грани. Вот я почему и хочу, то есть на грани, как получится, интересно. Ну, 250, наверное, перебор. А чё, нет, не буду, 245 сделаю. Вот так, 245, вот так вот, 245, 122,5. То есть попробую напечатать по максимуму, получится, не получится. Так, нарезаем, смотрим, сколько время. 2 часа 25 минут. Да хренище. Ну ничего. Так, ну а все остальное, в принципе, настройки вы видели. Так, теперь мы делаем, нарезка стоит, нарезали, экспортировать. А, ну все, поехали. Так, все, процесс запущен. Юбка печатается. Ну а дальше уже пойдет непосредственно сама ваза. Ну, я сейчас практически по максимуму загнал ее. Здесь максимум 250, я запихал 245. Ну, посмотрю, как она получится. То есть закрепим успех печати первой вазы. А что касается качества, сами видите, ниточка в ниточку ложится. Кстати, вот здесь по краям нету тех отверстий, которые были там. Ну, посмотрим, конечно, на конечном результате с обратной стороны, потому что здесь можно все что угодно говорить. Ну, как видите, ложится хорошо.
Итак, процесс пошел. Ну, правда, я сделал один косяк. Я сделал нижний слой. Ну, там изначально, когда настраиваешь два слоя, я сделал три. И он долго и нудно мне мотылял там. Времени очень много потратил, именно чтобы вот нижний слой напечатать. Ну, а так сейчас пошло. И качество я вижу не хуже, чем то, что было при печати предыдущей модели данной вазы. Промежуточная проверка печати. Ну что, печать в целом идет, можно сказать, даже хорошо, не хуже, чем предыдущая. Наш процесс завершен. Померяем высоту. Ну да. 45. Четко 45. Даже чуть больше. Ой, теперь отрываем. Вот так вот. Ага, вот косячок есть. Это что-то непонятное, но косячок какой-то один появился. Ну ладно, сейчас в ближайшем приближении посмотрим. Итак, напечатал. Что касается качества. Так. Нижний слой. А он, кстати, получше, чем на том. Здесь слой, во всяком случае, отверстий по периметру нету. Дальше. Боковины. Ну да, вот в одном месте косячок. Ну ладно. Не знаю, в чем проблема. Возможно, проблема в том, что я ось X толкнул рукой. Возможно, из-за этого. Не исключено. Другого как раз в это время. Ну, может быть. Так, в целом нормально. По высоте нормально. Внутренности тоже отличные. Паутины нигде нету. Так что все, зергут. Так что возможность печати очень высоких моделей есть. И как видите, принтер благополучно справился. Время на все это ушло 2 часа 29 минут. Так что, кому интересно мой эксперимент. Ну, я в принципе рассказал и про принтер, что он действительно такое может сотворять, потому что я про этот принтер информации в интернете не нашел. И в принципе вполне работоспособная, красивая получилась ваза. Все, народ, с вас подписка, палец вверх, палец вниз. Мира, добра, здоровья, до новых встреч на моем канале.